Детский омбудсмен Марина Ежова прокомментировала заявление президента России о новых выплатах на детей. Напомню, Владимир Путин, завершая пресс-конференцию, объявил о своем решении на каждого ребенка до 7 лет начислять еще по 5000 рублей. Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году уже получили ежемесячную выплату, дополнительное будет предоставлено автоматически подавать новое заявление, при этом не нужно. Не один, а сразу несколько вопросов было задано относительно положения семей с детьми. Люди фиксировали о том, что действительно год тяжелый и ударил самым больным образом по многодетным семьям, по там, где воспитываются маленькие детки. Поэтому президент принял это решение. Уже вчера, 17 декабря, указ президента был издан, вступил в силу о том, что выплаты разовые еще раз единовременно будут по 5 тысяч каждому ребенку до 8 лет к Новому году. Ну и с января все-таки вот эта масштабная система поддержки семей с детьми, она будет работать, как все уже, наверное, в курсе. Разработана определенная методика. Три группы детей от нуля до трех, от трех до семи и семи выше. Значит, каждой категории детей будет учитываться доход совокупный в семье. Если он меньше прожиточно установленного минимума на члена семьи, то будет доплата идти от государства в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. Но это, естественно, будет мониториться и учитываться все обстоятельства и те финансовые возможности, которые у семьи есть. Плюс рассматривается возможность и задействовать средства семейного материнского капитала для того, чтобы можно было его тратить вот в этот сложный период на деток.